Прошло все на высоком уровне, было много разных номинаций. Футбольный клуб активно принял участие в этом проекте. Был сделан отбор на профессиональный фристайл. Практически все районы области были задействованы в этом проекте. 10 было победителей. Антон Зиньковский был в жюри и отобрал лучших ребят. Скажу, прекрасно прошел сегодня выставочный матч, в котором принимали бывшие ветераны команды «Крылья Советов». Хочу отдельно сказать «Единой России» в том, что она этот проект уже 12 лет ведет. И я надеюсь, что это не последний сезон, а только все начинается. Отдельно хочу сказать Лине Анатольевне Жичкиной. Отдельно хочется сказать Александру Борисовичу Фетисову, который непосредственно был организатором этого всего 12 лет назад. Скажу так, что футбол в Самаре, в области был, есть и будет. We'll be right back.